Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Марина Михайловна Шалашова. Я директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета и сегодня представляю наш стратегический проект «Городской хаб дополнительного образования». Непрерывное образование становится объективно необходимым. Во-первых, вследствие стремительных преобразований в жизни, развития экономики, технологий, появления новых отраслей знаний, а во-вторых, вследствие естественного желания человека внести в свою деятельность жизни новый смысл, найти себя, развивать свои компетенции. В сфере образования во всем мире принят меморандум «Учение длиной в жизнь» или меморандум непрерывного образования. Однако исследование ПИАК по охвату взрослого населения дополнительным образованием свидетельствует, что наша страна не является лидером в этом направлении. Россия занимает 17 место. Если посмотреть место Москвы как мегаполиса и, по сути, законодателя в области инноваций в образовании, то в разрезе подобного исследования Росстат наш город тоже далеко не в авангарде. Уверены, что в настоящее время ситуация изменилась к лучшему, в первую очередь благодаря проекту «Московское долголетие». Но мы также уверены, что осталось немало сегментов образовательного рынка, которые требуют пристального внимания и проработки. Важно отметить, потребность в образовании не уменьшается, а увеличивается с возрастом. Однако, по данным Всемирного банка, с возрастом в процессе трудовой деятельности возрастает разрыв между имеющимся опытом и знаниями и теми, которые необходимы для успешной профессиональной и личностной самореализации. Именно образование горожан, по словам нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, определяет конкурентоспособность города. Поэтому для нас, как для городского университета, это является миссией, вызовом и задачей. Университет активно работает над созданием условий для непрерывного образования горожан и реализует программы для разных целевых групп обучающихся. Сегодня у нас более 500 программ для лиц от самого раннего возраста до 80+. Более 33 тысяч обучающихся в год. Мы входим в топ-10 Яндекса по ключевым запросам повышения квалификации и профессиональная переподготовка. Таких успехов мы достигли благодаря профессиональной позиции и опыту педагогов университета, а также совместным партнерским программам. Среди важных для нас партнеров отметим Россотрудничество. Мы уже более 2 лет работаем на международных рынках, реализуя программы для наших сограждан и педагогов русских школ за рубежом. Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано в области естественно-научного и технологического образования, поиска новых подходов к модернизации, универсариумом, Яндекс.Учебником в области создания новых моделей повышения квалификации. Совместные обсуждения и разработки порождают новые практики и тренды. Так, совместно со Всероссийским обществом знания на основе приобретенного опыта работы с населением, прежде всего старшим возрастом, в области цифровой грамотности, появилась новая профессия – цифровой куратор. И подготовка таких специалистов ведется сейчас во всех регионах Российской Федерации. Работая с коллегами из Федерального научно-клинического центра имени Димы Рогачева и школы номер 109 проектом «Учим, знаем» появилась практика работы с родителями длительно болеющих детей, которая сегодня вызывает интерес в регионах со стороны флагманских площадок проекта «Учим, знаем», и появилось новое направление в педагогике – госпитальная педагогика. Открывшийся 3 года назад проект «Московский серебряный университет» стал драйвером в области образования граждан старшего возраста в Москве и породил новую практику и мегапроект «Московское долголетие». Сегодня это 18 тысяч выпускников Серебряного университета и 26 вузов столицы участников данного проекта.
Опыт работы в системе непрерывного образования убедил нас, что в современных условиях занимать лидирующие позиции на рынке образования возможно лишь в случаях, когда мы не только гибко отвечаем на имеющиеся потребности горожан, но и в большей степени выявляем опережающие запросы, создаем инновационные практики и формируем к ним интерес. В этой связи для нас важен проект хаба дополнительного образования как стратегический проект, определяющий направления и механизмы развития дополнительного образования детей и взрослых в городе и в университете. Наша цель – создание городской площадки интеграции лучших образовательных практик и акселерации инноваций в образовании. Для нас важно, чтобы в университете встретились авторы инновационных идей, чтобы была экспертиза и порождались инновационные образовательные практики. Что мы планируем делать? Хотелось бы рассмотреть наши решения в разрезе основных процессов реализации проекта. Первый процесс – аналитика и прогнозирование. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому нам нужны инструменты бигдаты, благодаря которым можно выявлять тенденции, прогнозировать опережающие запросы. Университету необходимы форсайт-площадки, обсуждение образа будущего и новых образовательных практик с заинтересованными лицами, авторами этих инноваций, и делать это нужно на основе достоверных данных. Второй процесс – проектирование и экспертиза. Здесь важными для нас инструментами должны стать конструктор программ для оперативного создания новых программ под запросы целевых групп в помощь нашим авторам и дизайн-бюро, оказывающее помощь в создании программ, отвечающих самым высоким требованиям рынка и запросам наших слушателей. Следующий процесс – маркетинг. В качестве проектного решения мы предлагаем разработку и внедрение системы управления взаимодействием с клиентами, позволяющей оптимизировать эффективность управления продажами, не потерять ни одного клиента. Вот наш принцип работы. С этой целью нам нужен сайт в формате Marketplace. Разработка и внедрение гибких финансовых моделей сделает нас более привлекательными для многих авторов инновационных практик. И, конечно, процесс сопровождения. Важно проработать все вопросы автоматизации процесса сопровождения обучающихся, создать условия для персонализации процесса обучения. Нам необходимо с этой целью позиции цифровой тьютор. Наш проект является стратегическим, и по следующим показателям можно будет определить степень достижения целей и его эффективность. Данными показателями являются количество человек, прошедших обучение по партнерским программам дополнительного образования хаба, финансовые поступления за счет реализации партнерских дополнительных образовательных программ и, безусловно, процент лояльности. Наш проект имеет социальную значимость для города. Мы создаем и будем создавать знания, меняющие жизнь как горожан, так и города в целом.